Цветы, подарки и поздравления. 1 февраля 85-летний юбилей отметила жительница Славянки Нина Васильевна Чугуевская. Член Совета ветеранов и Совета садоводов и огородников Нина Васильевна встретила свой юбилей в кругу друзей и коллег. На празднике побывал и наш корреспондент. Путь длиною 85 лет. Жизнь Нины Васильевны Чугуевской всегда была связана со Славянкой. Здесь она родилась и выросла. Окончив школу, Нина Васильевна поступила в Хабаровский торгово-кооперативный техникум. После ее отправили работать бухгалтером в Хасанский райпо, который располагался в поселке Краскино. Там Нина Васильевна вышла замуж и родила двоих детей. Проработав в Краскино много лет, в 1972 году вместе с семьей переехала жить и работать в Терней. Трудилась в Тернейском райпо инспектором по кадрам. Но как бы там ни было хорошо, Нина Васильевна всегда мечтала вернуться жить в Хасанский район. Меня все время тянуло на свою маленькую родину, и я очень хотела вернуться домой. И в 80-м году мы переезжаем обратно в Краскино. Вот. Там я вот устроилась в КЭЧ, воинскую часть, и вот там я работала бухгалтером сначала, потом начальником топливного склада, потом инспектором, ревизором по топливообеспечению. Нина Васильевна всегда была очень трудолюбивой и активной. С раннего детства она занималась спортом, посещала хор и танцевальный кружок в Доме офицеров. Во время Второй мировой войны в медсанбате она вместе с остальными ребятами ставила концерты для раненых солдат. Вот мы все, девочки, и вот это Уссурийский, наверное, нас фотографировали. Вот это девочки, с которыми я ездила на соревнования. Волейболом я занималась. Здесь было у нас доса, там наверху. Вот я ходила в танцевальный кружок. Это мы танцуем танец молдаванеску. В трудовой книжке Нины Васильевны множество записей о поощрениях. За свою активную жизненную позицию она имеет десятки благодарностей, почетных грамот и заслуженных медалей. Сидеть сложа руки не в ее характере. Даже на пенсии, переехав в Славянку в 98-м году, Нина Васильевна отправилась трудиться на общественных началах в Совет ветеранов. Там она сразу включилась в активную общественную деятельность, ведь работы в Совете достаточно. Ой, у нас сейчас участников войны нет, остались труженики тыла, вдовы, репрессированные. Дети войны. Вот, дети войны. Вот я и оформляю кое-что, что мне поручает наш председатель. Вот, открытки подписываю. Вот к Новому году мы подписывали 400 открыток. Писала. Ну, я и дома вечером, и сюда приходила, писала. Подписываем открытки, навещаем этих тружеников тыла, которые вот в чем-то нуждаются или что-то. С днем рождения мы их ходим, поздравляем. Несмотря на солидный возраст, Нина Васильевна весела и оптимистична. Вот уже более 20 лет она работает в Совете ветеранов и принимает самое активное участие в жизни славянки. Мы сажаем цветы. Я очень люблю свою славянку. Люблю облагораживать, садить цветы, ухаживать. На даче я сажу все. У меня и кустарники, и деревья, и цветы, и овощи. Все, что можно, все выращиваю. А потом уже, когда праздник Славянки в сентябре месяце, мы свою продукцию вывозим на рынок, на ярмарку. И украшаем свои столы. Дары свои привозим, то, что мы вырастили. Возраст не помеха. В свои солидные годы Нина Васильевна успевает потрудиться в Совете ветеранов, поработать на даче, провести время с внуками и правнуком и даже попутешествовать по городам России. По Золотому кольцу я ездила, принимала участие тоже. Потом ездили мы в Белоруссию. Очень красиво, очень мне Белоруссия понравилась, я очень довольна. Потом еще ездили Москва, Ленинград, Санкт-Петербург. Я вот хочу, если смогу, хочу в августе еще раз ездить в Ленинград, потому что очень мне понравился.
Важный итог многолетнего жизненного пути – это, несомненно, уважение людей, любовь родных и близких и преданность надежных друзей. С юбилейной датой Нину Васильевну поздравили глава славянского городского поселения Максим Бринчагов и председатель районной думы Вероника Ильина. Они поблагодарили Нину Васильевну за многолетнюю плодотворную деятельность и активную гражданскую позицию. И, конечно же, вручили цветы и подарки. Низкий вам поклон, здоровья вам, всего наилучшего. Спасибо от меня, от депутатов, от наших и от жителей Славянки. В этот день в адрес Нины Васильевны прозвучало еще много добрых слов и теплых поздравлений от коллег и близких людей. Она у нас вот живчик такой вот, который без дела просто не может сидеть. Она не понимает, как можно ничем не заниматься. Она очень любит свою малую родину. И вот ее жизнь, секрет ее, это вот движение. Мы очень ее уважаем. Дай Бог ей долгих лет жизни. И, конечно, мы очень хотим, чтобы она еще долго-долго нас вот радовала своим присутствием. Мы очень ее любим. С днем рождения, Нина Васильевна! Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия семейного, чтобы вы всегда были рядом с нами. Поздравляю я с днем рождения, с юбилеем. Не стареть, не болеть, в жизни делать все уметь, что ты умеешь делать. Красавица, что задумано, пусть исполнится, что хорошего пусть продолжится, а плохое уходит прочь. Виктория Беляева, Егор Гриц, новости Славянки.